В конце декабря я побывал в белорусском городе Гродно. Это небольшой городок на границе с Польшей. Но это не просто милый и уютный город, это очень красивый и атмосферный городок. Здесь очень приятно прогуляться по небольшим улочкам и пешеходным улицам, особенно когда город готовится к Новому году и Рождеству. Да даже посмотрите на эти урны, не мусорки, а просто произведение искусства. В общем, город надолго остается в твоей памяти. Я бы рекомендовал сюда съездить. А вы бы отправились сюда на выходные?